Всем приветики. В общем, у меня опять произошла такая ситуация. Я даже не знаю, как вам рассказать. В общем, конечно, это мы планировали, но планировали не так быстро. В общем, все произошло, в общем, очень спонтанно. В общем, до сих пор я вообще в каком-то непонятном таком ощущении нахожусь. В общем, мы продали Бэху. Мне, конечно, очень-очень жалко, но так, значит, так надо было. Вот, продали ее вчера, но мы выставили ее на продажу буквально вот просто, выставили на продажу, и за 4 дня просто приехали и просто забрали ее, мою красавицу. Вот, но как бы мы не отчаиваемся. Вчера вы просто листали объявления, и просто наткнулись на Порш, и вот сейчас едем его уже забирать. Мы с утра ездили в Москву по работе, и так просто стечением обстоятельств, Москва большая, и получалось, что нам надо было на Рублевое шоссе, и он там тоже находится. И, в общем, по счастливой случайности получилось так, что мы просто поехали его посмотреть. У нас оставалось время, где-то часа полтора. И мы поехали его смотреть. И, в общем, мы увидели его, ну и как бы влюбились. Но он классный, 10-й год. В общем, потом я все полностью про него расскажу и покажу. Вот, но нам он понравился по полной, как бы все, что нам как бы хотелось, все там как бы есть. Ну, в общем, нас он устроил полностью. Поэтому мы оставили парню задаток, поехали дальше работать. И вот приехали домой в 7 вечера, быстро-быстро все там свои дела сделали. И поехали, вот сейчас уже собрались, на заправке стоим, поехали в Москву его забирать. В общем, с парнем договорились, там он все подготовит договор. И, в общем, мы помчали забирать Порш. Ну, я думаю, вы не отпишетесь от меня, потому что у меня нет BMW. И еще хочу вас попросить, пишите в комментариях, как вы вообще думаете, за сколько я продала свою Бэху. Пишите в комментариях. Как я тебе мечтала давно, ё-моё, блин, а? Ну, наконец-то. Тест-драйв. Как я буду на ней ездить, будет смотреть в следующем видео. Тапточка, огонь. Ну, в общем, вот так вот со слезами на глазах я пришла домой, ревела, конечно, долго. Но, блин, жалко. Мне жалко, это моя... Ну, я ее никогда не забуду, это моя... Просто моя бэшечка. Тут крупные подсчеты денег. Сейчас мы просто их отдадим. Мы попали на платки в пробку. Машин просто немерено. Первый раз вообще мы видим, чтобы на платке было столько машин. Причем спереди там никакой аварии, вообще ничего нет. Показывает, что 2,5 километра пробка.
Но все, ребята, мы взяли тачку, мы взяли этот Porsche. В общем, все, договорчики подписали, все оплатили, все быстро. Прокатились заодно по ночной Москве. Было просто шикарно и очень красиво, прям по самому центру. В общем, сейчас мы на Ленинградке заправили эту малышку и гоним в Тверь. На Porsche мне как бы еще ездить не разрешили. Надеюсь, муж ее не отожмет. В общем, я пока передвигаюсь на Мерседесе. Так что давай там аккуратно с моей новой машиной. Не влюбись, а то потом мне, блин, скажешь, езди на Мерс. Все, в общем, мы погнали. Я счастливый обладатель автомобиля Porsche. Пипец. Все. No comments. Я очень устала. Буду позже.